Кто такая Жестернак? Мифический персонаж женского пола. Слово «жес» с казахского переводится как «латунь», а «тернак» означает «коготь». Очень замкнутое создание, неописуемо красивое. На одежде имеет много золотых и серебряных украшений, которые при приближении тихо и таинственно позвякивают. Смотрит на человека холодным, немигающим, пронизывающим взглядом. Никогда не показывает рук и всегда то в рукаве, то под подолом прячет сжатые в кулак длинные пальцы. Она вечно голодна и, выпросив мясо, с жадностью его съедает. При этом зажимает мясо рукавами, не обнажая своих рук. Когда же человек безмятежно засыпает, она впивается в него своими длинными латунными когтями и, убив, высасывает всю кровь. Существует поверье о невероятной мстительности Жестернак. Того, кто убивает ее, начинает преследовать Сарель, муж Жестернак. А если человеку удастся убить и его, то за дело берутся их осиротевшие дети.